по сути, мы считаем это проявлением, ну, недобросовестной конкуренции. Но, допустим, для Китайской Народной Республики такой запрет американский действует уже, так сказать, много лет. Так вот, что для нас интересно в этом плане. Американская администрация всячески проталкивает свое национальное законодательство на наднациональный уровень, так сказать, bottom-up approach, уже, так сказать, от частного к общему, да, с тем, чтобы потом протащить его через коалицию желающих, коалицию стран, которые они там сколачивают от случая к случаю, и потом легализовать это все на площадке ООН. Вот хороший пример по ресурсам. Да. Первый шаг.